А ночной гость сегодня люди Лопеса. Вот эти прекрасные люди. У нас прямой эфир. Не забывайте звонить по телефону 33-22-100 и задавать вопросы. А люди Лопеса сейчас что-нибудь сыграют. Добрый вечер. Трудящийся нетрудно для пятниц и суббот за деньги делать румбу. It is or it is not. Из нот веселых делать трагический куплет, чтобы стучало сердце под аккомпанемент. Под ребрами маримбы вращалась ритма кровь, играла риорита, приподнимала кровь. Смеясь там Thank you.
Большое спасибо. Это была первая песня группы «Люди Лопеса» в прямом эфире канала 100 с телефоном 33-22-100, по которому можете звонить и задавать им вопросы. А песня называлась «Аморе Коратон». Давайте знакомиться. Я сначала подумал, что каждый из вас назовет свое имя и скажет, где учился. А потом я подумал, что неправильно человека оценивать, потому учился он где-то или нет. Вот Бродский из 8 класса школы ушел и, как мы знаем, умер хорошо образованным человеком. Лев Толстой университет не закончил. Мне почему-то кажется, что вы все где-то учились. Но вы можете сказать не где вы учились, а, скажем, меня зовут Василий, я очень люблю сериалы. Или я что-то умею... еще. Какая-то одна из них информации помимо имени. Давайте по очереди, вот слева направо. Меня зовут Петр. Ну, знаете, есть микрофон тут, который, наверное, поможет. Вы будете его передавать, потому что не у всех есть микрофон. У меня вот уже один приспособлен. Да. Меня Петр зовут. Сериалов я не люблю, но, тем не менее, учился в Институте кино и телевидения. Вот. И сейчас благополучно работаю по данной специальности. Хорошо. Так. Добрый вечер. Меня зовут Василий, я люблю сериалы. Я так и знал. В каждой группе найдется Василий, который любит сериалы. Обучаюсь в Академии культуры и искусства имени Крупской по специальности барабанщик. Барабанщик. Это хорошая и нужная специальность, Василий. Не бросайте школу. Спасибо. Я не знаю, у меня, в принципе, есть микрофон, я могу, наверное... А вы можете его взять и передать другим хорошо, членам тогда коллектива. Я такая вообще. Воспользуюсь паузой. Говорите. Ну, кто-то я один должен сказать. Кто-то один, ну, наверное, буду говорить я. Взялся за грудь. Раз я взялся за микрофон, значит, говорите. Надо говорить. Ну, собственно, я учился уже очень много раз в разных местах и обучение свое закончил. Если перечислять все, наверное, уйдет много времени. Сейчас не учусь, но очень, скажем так. Временно не учусь. Да, но с удовольствием бы продолжил свое обучение и учился бы снова. Ну, аспирантура по саксофону? Нет, это не основная специальность в любом случае. А звать-то как? Антон. Антон. Не все зрители, не все телезрители глазам. Знают. И я Сергей, учу жизни. Сам вы много даете учился. Уроки? А? Репетиторствуете? Бесплатно, да. С преподавателем. Вот, сам и с преподавателем занимаюсь тоже достаточно много. А вот басист, который явно любит группу Red Hot Chili Peppers. Да я не то чтобы люблю особенно группу Red Hot Chili Peppers. Меня зовут Кирилл, в свою очередь. Вот, по поводу учебы я уже говорить даже не буду, потому что это уже приобретает совсем какой-то характер такой. Ну, в общем, да, наверное, как бы я иду по стопам Бродского. А, стараюсь, понятно. По крайней мере. Льва Толстого и Уильяма Фолкнера, они все недоучились, а у нас уже есть звонок. Сейчас я сяду и буду отворачиваться от вас, но отворачиваться на телезрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Николай зовут. Очень приятно. У меня такой вопрос к героям нашей сегодняшней передачи. Вот как они относятся к хип-хоп культуре и какую они сами музыку играют? Мне показалось, что это фанк, если я не прав, может быть, поправите. Ну, это в каком смысле, конечно, фанк. Я к хип-хоп культуре отношусь очень хорошо. Мне очень нравится хип-хоп, в особенности французский. Да. Хип-хоп — это наше будущее или наше прошлое? Хип-хоп — это наше настоящее. Или да, это наше вот все? Говорит, это человек. Вот, да, я этот человек. А вопрос был по поводу фанка. Вот, кстати, фанка, объясните. Вообще, как бы, вот я, честно говоря, особо-то фанком никогда не увлекался. Как-то вот, чтобы слушать, не очень нравится, играть хорошо. Я понимаю, что фанк — это то, что было до диска, да? А потом стало диско, а потом это стало хаос. Ну, в общем-то, да? Хип-хоп — это в каком-то смысле фанк, по большому счету. Вот у нас товарищ вот это как-то произвел исследование такое специальное. Ты. Да, я... Поднял все товарищ Антон. Интернет-ресурсы, да, и да. Там все выяснил по поводу фанка. Такой большой был талмуд. Объясните, знаю, вот объясните всем телезрителям, можно как-то фанк описать, не знаю, там, 5/8, ну это не 5/8, да, вот там как-то. Там все ровно, там все. А вот как, что такое фанк? Фанк — это вообще, насколько я помню, вот... Да. Антон, ты помнишь, наверное, тоже, что такое фанк? Ну, расскажите уже, ну, давайте. Ну, это на сленге негритянском, в общем-то, большом счету... Нет, не важно, что это негритянском сленге. Хорошее такое вот... У нас не совсем ночная передача, да. Смотрят дети. А, музыкальной точки зрения. С музыкальной точки зрения? Объясните, вот этот размер. Это все равно, что объясняли, что такое рок, а что такое хип-хоп. Ну, это, я не знаю, я не критик же. Нет, ну, я думаю, что вы знаете просто. Для меня? Нет, я не знаю. Он знает. Я не знаю. Нет, ну, понятно, что такое синкопа, например, да? Вот что такое фанк? А что такое синкопа? Синкопа — это...
Мне кажется, что это урезание второй строчки. Но когда идет, вот фанк идет это когда так, строчку, а потом неполная строчка идет. Да? Как цезура в поэзии. Фанк это... По-моему, все в строчку когда. Да, еще лишняя строчка от синкопы. Да нет, это лишняя все. Строчка от синкопы. Да. Как-то строчки. Объяснили, может быть, неверно. У нас еще один звонок. Точки. Здравствуйте. А, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у меня может быть несколько необычный вопрос. Вот я вижу все участники группы, неряшливо одетые, небритые. Это отсутствие денег или просто отсутствие культуры? Это какой-то очень строгий вопрос. На самом деле, не расстраивайтесь, вы прекрасно одеты. Нет, кто полковник? Кто полковник? Я доктор юридических наук, профессор, полковник. И меня интересует, почему молодежь часто одевается безвкусно и как-то так вызывающе. Ну, чтобы вызвать вот такие вопросы, собственно, наверное. А не проще ли там пиджачок одеть? Галстучек? Нет, не проще. Мне жарко, во-первых. Во-вторых, нужно гладить. В-третьих, ну, вообще, как мне, у меня нет пиджака, я не люблю пиджак. Я хочу вас... А мешает играть на гитаре. Ребят, мы, товарищи, с вами в разных возрастных категориях, поэтому я вряд ли... И в разных званиях, мне так кажется. Да, да. Я хочу сказать честное слово. Это не подставной звонок, это настоящий звонок. Очень давно таких не было. Звонок очень напоминает звонки в ОСП-студии. Нет, наверное, это никто не шутит, наверное, так и есть, спрашивают. Приз за лучший вопрос, я считаю. Да, кстати, если хотите что-то сказать, все-таки берите микрофон или говорите мне, буду вам давать микрофон, потому что, слышно, может быть, не очень хорошо слышно. По поводу песни «Аморе Куратон». Песня, как я понимаю, «Куратоны». Ну там даже не «сы», потому что, в общем-то, это все такое. Куратонес. Ну потому что это мексиканское, там уже «с». Потому что идет, даже да. Как бы не мексиканское, не испанское, это уже такое. Ну, народное. Среднерусское, на самом деле. Народное. У вас кто-нибудь испанский-то знает? Нет. То есть вы просто подпитываетесь... Мы просто, у нас это все носит характер такого, как бы сказать... То есть вы сериалы смотрите в переводе? Сериалы, конечно, обязательно. У нас «Водевиль». Давайте вы будете говорить микрофон и другу передавать, если вдруг захочется. Если мне что-то нужно по-испански, да, захочет что-то по-испански сказать. Да, захочет что-то по-испански сказать. Это реклама, наверное. А, на самом деле текст я не очень хорошо слышал. Ну, там поется о каком-то бедном рыбаке или. Нет, «Бедные рыбаки» другая песня. Следующая. А нет, не следующая. А вот вы, когда вы говорите, так вас не слышно совсем. Можем мы... Да, может, да. Мы сыграем? Может, вы сыграете, пока нет звонков, следующую песню. Пока нет звонков. Тоже с испанскими мотивами, наверное. Это придется оправдываться опять. Почему? Это вас назвали кактус роком? Кактусами? Кактус фанком? Да. Ой, пишут же некоторые. Да. Как называется следующая песня? Виктория. Вован Тюльпан. Да. Две песни одновременно. Сломанных пальца, но хватит надолго.
ее ассигнации билет полчаса. Яхта под парусами, ваш спутник сказал, что вы оплатите сами. Победа, Виктория, часики снимет, а в шепоте бур вы услышите имя того, кто исчезает без следа, когда раскроется обман с приветом, помнящий всегда знакомый ваш. Уж да. Простите. Да, все отлично. Вы продолжаете смотреть прямой эфир телеканала 100. Ночной гость. У нас уже звонок по телефону 3322-100. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вот хотел поинтересоваться, как. Кстати, ребята, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, ребята. Барабанщика, кстати, не видно. Пожалуйста. О, привет, мужчина. Василий. Как вы относитесь к творчеству группы Pearl Jam, а также вообще к светловской волне гранжа, и сделали для вас ли такие, без сомнения, поп-фигуры, как Эдди Ведер, Курт Кобейн, вот, ну и другие товарищи, вот, какие-то, ну я даже не знаю, ну то есть повлияли ли они слушали, на творчество вашей музыки? Вы себя под Кобейном чистите? На самом деле, как бы, вот что касается сиэтлской волны гранжа, то она мне не сильно впечатлила. Точнее, как бы, в частности, вот Pearl Jam и Soundgarden, они мне не очень нравятся. А вы так смущаетесь, Кирилл, что вы уходите? Я просто разглагольствую. Я разглагольствую и... Или вы перипатетик, вы беседуете, прогуливаясь. Вообще, мне вот в этом смысле гораздо ближе группа Pixies, конечно же. Группа Pixies. Я уверен, что не все слышат, а это надо произнести группа громко. Группа Pixies. У нас еще один звонок. Я думаю, что мы группа Pixies, мы группа Люди Лопеса. Нет, вы группа Люди Лопеса, об этом все помнят. Светловская музыка, она очень хороша, конечно, звуком своим. Под пиво хорошо. Да, звук очень хорош, что гитара, что вообще общий саунд. А вот он угадывается. Говорите в микрофон. А в который из? Вот этого я себя, допустим, не слышу. Какой хотите, но громко. А мне оба нравятся. Говори в оба. Вот. А у Pearl Jam очень хороший альбом Ten, безусловно. Ten. Еще у них неплохой альбом оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Угу. Вот, в общем-то, и весь гранж, который я знаю. Еще у них неплохой альбом, мне кажется, Abbey Road. Abbey Road, да, у них тоже, кстати, хороший альбом, но, по-моему, это уже Soundgarden ближе. И Best of Frank Sinatra. А какие-то есть особые способы звукоизвлечения в гранже? Расскажите, как специалисты. Они как-то по-другому щиплют струны или... Нет. Нет? Так же? А щиплют так же, но с большим размахом просто. То есть, если нормальный человек вот так вот, да, то они будут... Вот часто сыграл. Как любая школьная группа. Ну, узнали, да, вот знакомые аккорды как раз. Ну, это Smells Like Teen Spirit, альбом 93-го года, Nevermind.
Конечно. А у нас вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антоша. Приятно. Я хотел бы вот узнать, какими питерскими группами вы еще играете там или знакомы? И где можно услышать вашу музыку вообще в Петербурге? У меня украл вопрос, ну давайте. Ну, мы знакомы с многими группами. Играли мы в последнее время, по-моему, с кем играли? С группой «Море корабли» часто. Видели нас в одних заведениях. Хорошо, где вы играете? Вопрос конкретный. Где вас можно найти? Всем известные клубы «Молоко», «Грибоедов» и какой еще? Раскоп, например. Ну, это так. Ну, наверное, скорее всего, это «Молоко». Самый любимый клуб «Молоко». На самом деле, очень сложно говорить о командах, которые нам нравятся, и с которыми мы бы с удовольствием сыграли, потому что мы практически не ходим в клубы, у нас нет на это времени. Мы в клубах тогда, когда у нас есть концерт, поэтому мы знаем тех... У нас есть время, просто мы ленивые. Ну или ленивые, да. Не знаю, кому как. Я, например, мне просто не хватает. Я-то вас все время вижу в Ленинском зале публичной библиотеки. Я понимаю, что по клубу некогда ходить. Действительно, мы часто с вами встречаемся именно там. А он такой же неопрятный, всегда ворачивается. Да, очень заметен, поэтому, конечно, мы встречаемся. Ну, поэтому, конечно... Сложно сказать, какие группы, кроме тех, с которыми дружим вот просто по жизни. А это, безусловно, «Море корабли», это оркестр «Враги» замечательный. Вот, и, пожалуй, наверное, группа «Катюша», это безусловно, точно, абсолютно. Угу. Я думаю, что все. Хорошо, я думаю, что вы ответили на этот вопрос достойно. У нас еще один вопрос. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, алло. Меня зовут Евгений. Очень приятно. Вот, здравствуйте. Вот сейчас несколько песен послушал, вот кое-что понравилось, вот, и хотел бы задать вопрос группе. Ну, спасибо, спасибо. А что именно? Какие книги на данный момент вы читаете? И читаете ли вообще? Книги? Да. Вот я могу сходу ответить сразу. Марио Варгас Льоса, то, что последнее я прочитал, сразу могу и сказать. Его читаю, люблю, очень знаю практически. А чей перевод? К сожалению, вот такие тонкости мне неизвестны. Угу. Ну, вы посмотрите. А там, может быть, вы что-то порекомендуете, когда домой придете. С точки зрения перевода? Я фамилию забыл. Что ж так? А вы читатели? А вы дайте коллеге микрофон. Сергей. А вы что читаете, Сергей? Или лучше... Да я вообще... Ну, расписание железнодорожных поездов. Да, я в последнее время интернет очень много читаю, а на бумаге... Поезда бывают только железнодорожные, мне кажется. Да, поезда еще бывают метро, еще метро бывает. А вот из художественной литературы в последнее время мне понравилась книга «99 франков». Угу. Современная, вот, так сказать, литература. Ну, назовем ее вот. Современной. Да, да. Вообще, как бы, вот из писателей мне в последнее время очень нравится Милан Кундера. А, в переводе Пушкина, Риж, разумеется. Да. Ну, хорошо, что сказать. Ваши вкусы не революционны, но приемлемы. Удобно так. Всегда есть что обсудить, по крайней мере. А остальные члены группы? Граждане, по-моему, не читают. Ну, граждане. А микрофон передайте гражданам. У меня микрофон есть, спасибо. Я передам дальше. Вот чтец. Так уж чтец. Да уж, немножко так почитываем. Можно, если вот телезритель хотел, чтобы ему порекомендовали, то я бы, вот, например, назвал Эрленда Лун, такой норвежский писатель. Очень пишет смешные романы. Угу. Про Финляндию пишет, например, Норвежь. Угу. Это ну, очень интересно. Давайте, вы присоединяйтесь. Мне хотелось бы сразу ответить, что я как бы не читаю, в принципе. Ну, как бы вы не читаете, а на самом деле? Газеты читаю. Я не скажу, как это реклама. Это неприлично. Не скажу. Так, по-моему, нет ничего глупее, чем с музыкантами говорить о литературе. Давайте лучше сыграйте песню. Да. Это сказал Дэвид Боуи. Касабланка. А следующая песня называется «Касабланка». Вот между этот разговор. Будем говорить о кино. В кармане три свежевыбритых мужчины узнают друг в друге женщин.
like this is the beginning of beautiful friendship. Касабланка. Негритянки засекреченного пола. Встречи обнаружили сильный малат. Та, что в белом оказалась украинской эмигранткой. Костопланко. Костопланко. Спасибо большое группе «Люди Лопеса». А вы можете не только сказать им спасибо, но и позвоните что-нибудь спросить по телефону 33-22-100. У нас уже звонок. Здравствуйте. Вы можете спросить, что я спел. Здравствуйте. В куплете, за строчку. Здравствуйте. Такую. Вам понравилось? Очень. Мне тоже. А можно Антону Тихомирову большой привет передать? Кому передать привет? Антону Тихомирову. От Бодрова Сергея Сергеевича. Привет, Антоша. Какие-то свои люди. Я за тебя. Подставные. Вопрос так, задавать будете? Подставные. Просто я давно знаю этих ребят. Вопрос будете задавать? Да нет, спасибо. А, тут просто привет передать. Все знаете. Окей, спасибо. Как дела? Спасибо вам за то, что вы звоните и просто передаете приветы. По поводу... А у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и я бы хотела поздороваться со всеми присутствующими в студии и, в общем-то, задать вопрос и опровергнуть прозвучавшую точку зрения. Мы видели ребят на концерте, очень опрятные, располагающие наружности парни. Вот, а вопрос, в общем, достаточно простой. Мне интересует, какие курорты ребята предпочитают, где отдыхают, в частности, после концерта. Какие числа? Вот, и да, вот приветы передают друзья. Друзьям привет. Да, спасибо. Итак, какие курорты? Какие курорты? Ну, я вот в дальнейшем... Микрофон здесь. Почту Крым, пожалуй. Крым? Да, Касабланка. Катя, а мы вас узнали. Ну, у вас только знакомых, они всем звонят, даже неинтересно. Он еще не узнал, вот, например. Она ему не знакома. Я угадал эту Катю. Скоро эфир закончится, позвоните после эфира. А, по поводу Касабланки. Да. Вам кино-то нравится это? Да на самом деле не очень. По-моему, никто не смотрел. Смотрел. Не, ну, видимо, кто-то смотрел. Ну, старое... Нет, я смотрел его на самом деле, но я его не смог досмотреть до конца, потому что старое кино, оно очень медленное. И это очень... На самом деле удивительно, фильм-то хороший. Фильм хороший, фильм хороший. Смотреть. Главное, что его снял режиссер, который кроме него не снял ничего хорошего. Был венгерский мигрант, который плохо говорил по-английски, и фильм снял вот
озарение было какое-то. Снял кино по всем правилам Голливуда. Вот сейчас все сложилось, получилось. Говорим о кино. Да. Я хотел спросить по этому поводу про песни. Как вы считаете, когда получается, когда не получается? Вот от чего это зависит? Это как у венгерского режиссера. Как у венгерского режиссера, у вас все так же? Да. То есть вот роковое стечение. Он плохо говорил по-английски. Мы плохо говорим по-испански. Нет, я не знаю, может, хорошо говорить по-испански. Немного говорим по-английски, худо-бедно по-украински. Это поем песни на русском языке исключительно. С вкраплениями, я заметил. С вкраплениями, ну, с вкраплениями, да. Но это Яндекс. Это игра слов. Это все, это интернет и поисковая система. Я заметил, что вы много шутите, и как раз хотел сказать, что очень хорошо, что вы пришли не в сомбреро. Конечно. А не усугубили эту шутку, иначе это было бы похоже на группу «Секрет» в позднем периоде ее творчества. А уж что бы сказали полковники? Это... А полковник... Ну, тогда да. Про полковников поговорим отдельно после эфира и выйдем на балкон. На всякий случай. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рената. Вот я хотела бы спросить у ребят. Музыка нравится мне безумно. Но тексты настолько полны символизма, что смысла я иногда не могу просто уловить. А мы, кажется, Рената знаем. А нам, кстати, наоборот, нам музыка не нравится, а тексты вроде даже ничего. А вот у меня как-то все наоборот получается. Вот почему? Все-таки давайте играть вместе. Перестаньте кокетничать с девушкой, отвечайте на вопрос. Откуда да? символизм в текстах? Да на самом деле там особых-то символов-то нету. Надо сказать, что символизм там... Надо сказать микрофон. Там конкретика сплошная. Только она просто... Настолько... Мне кажется, что никакого символизма там нету. По-моему, тексты ясны и прямолинейные. Как палка. Как, просты, как пробка. Вот, они достаточно элементарны. О чем поется, то и надо подразумевать. Просто здесь такая... Если эмигрантка украинская, значит, о ней и поется. Нет, на самом деле, просто это все как бы такой водевиль, в общем-то, по большому счету. Серьезно. А я думал, вы серьезные люди. Да нет. А давайте вам сейчас шансонетку спать. Клоун. Давайте. Шансонетку, да. Давайте. Сейчас я... С вкраплением французского? Целебные влаги? Это не целебная влага, это просто вода. Брошен на пол плед с дивана. Кто чудачил этой ночью? Брошь пришпилила к бумаге аккуратный женский почерк. Как всегда сеанс в 3:20. Задний ряд для поцелуев. Жанна ждет, и я спускаюсь вниз по лестнице, танцуя. На кушетке спит консьержка, держит книжку вверх обложкой. То ли полька, то ли чешка, в шутку ей подброшу брошку. Сеанса четверть часа, вижу лист афиши брошен. Галуаз курю у кассы, угощаю билетершу. За моей спиною дамы обсуждают фильм «Лелуша». В зале гаснут лампы, рампы, дам без смеха слушать скучно.
либо пьянки на механик, либо я плохой историк, но на светящемся экране я вижу дочь Гюго Виктора. Я смотрю завороженно, как Адель обходит лужи, распушив под капюшоном, осторожно и желанно. Я не против, между прочим, с ней чудачить этой ночью, а не с орлеанской Жанной. Орлеанской Жанной. Орлеанской Жанной. Орлеанской Жанной. Спасибо, спасибо огромное. У меня возник один вопрос. Где в кинотеатре вы посмотрели фильм «Трюфо. История безумной Адели Г»? Где он шел у нас в кинотеатре, где он шел в прокате? Но это вы можете мне ответить после эфира. А сейчас у нас астропрогноз, но мы еще вернемся к группе «Люди Лопеса». К сожалению, приходится прощаться с замечательной местной группой «Люди Лопеса», которые, правда, на прощание еще кое-что сыграют, а именно колыбельную. Для начала. Для начала. Последняя возможность передать приветы и колыбельные. И мы поем тебе. Мы твои местные колыбель. Можно? С первым аккордом российского гимна гордо встают на колени гимнасты. Альфа Ромео становится тыквой. Просто на Спасской пробило 12. Просто на Ленинском выбило пробки. Престо, сеньора, фонарь в секретере. Тебе так идут шерстяные колготки. Мне не идет быть ни пьяным, ни трезвым. И ты меня любишь, и я тебя. Но где же взять силы полпятого, 1 января? Шульженко, робко Марк Браткин шуршит под иголкой. Мелко, шинковано, низкобюджетно. Welcome, плацкарты на нижние полки. Пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам.
синтетика мой антистатик. Корки мандаринов с далеких плантаций. Двое полутораспальной кровати. Где-то на уровне глав федерации. И ты меня любишь, и я тебя люблю.